На конкурс «Лабиринт Ру» дети читают стихи. Читает Франская Анастасия, 8 лет. Автор Костас Кубилинска. Стихотворение называется «Весна». Весна пришла по снежному, по влажному ковру, рассыпала подснежники, посеяла траву, горсучий зимник сроку из норок подняла, бирюзового соку ребятам раздала, в берлогу заглянула, а ну вставай, медведь, на сеточке дохнула, пора зазеленеть. Теперь весна красавица, зовет со всех концов, гусей, свежих и аистов, кукушек и